Ну что ж, давай подведем итог. Получается, давай для человека, который еще не охотился, у которого ничего нет, для него расскажем, потому что я думаю, остальные как бы какую-то часть этого пути уже прошли, кто-то там арбалет купил, кто-то там все эти документы получил. Вот для человека, у которого ничего нет, как ему начать охотиться с арбалетом? То есть ему нужно получить охотничий билет. Я говорил, это делается совсем просто, практически бесплатно. Получить роху на оружие. Это занимает некоторое время, связано там и с медкомиссией, и приобрести охотничье огнестрельное ружье. Если вы посмотрите, здесь у нас в Артемиде можно купить буквально там за несколько тысяч самое простое ружье, то есть это совсем недорого. С этими документами приходите в магазин Артемида, выбираете то, что вам нужно, либо лук, либо арбалет. Под свои задачи получите консультацию по этому поводу соответствующую. Поможем настроить, пристрелять и лук, и арбалет, и не оставим потом в плане тренировки еще чего-то. Вот. Если же вы хотите просто для себя, для отдыха, для какого-то развлечения приобрести арбалет, соответственно, характеристики, все, что меньше 43 килограммов, это по арбалетам, и 27 килограмм по лукам, вы обращаетесь к дружественным нам компаниям, как Bear Hunter, например, да, и вам там подбирают все, что вы там считаете нужным. То есть для спорта, отдыха, развлечений 43 килограмма хватает вот так вот поражать мишени там на дистанции хоть 50, хоть 100 Я метров. бы даже сказал, даже 43 часто бывает много. Да, вот.